чувствуется весна-то. Черепашки. Идем с Линпампо. Ну да. Вышли пробледнуть. Они так не любят, когда у меня матные слова проскакивают, кстати. А без этого никуда. Ну да. Идем. Идем в МФЦ. Что тебе там надо-то? Мне да. На выплаты подать. Вот. А я хочу это. СНИЛС, короче, мне надо восстановить. Не знаю, получится или нет. Не восстановить, а, наверное, распечатать лучше. Паспорт взял? Ну, если они так распечатают. Ну да, взял. Погода хер пойми какая. Вышли, дождик моросил легкий. Я когда вышел, я до Ленки дошел. Помог спустить коляску. Вот. Да, потом. Потом. А, сейчас идем солнце. А я в полузимней, можно сказать, куртке, да? Да. Народ у нас еще реагировать не научился на камеру. Да кого ты снимаешь? Всем бы такими блогерами быть, как я, да? Да не дано, да не дано. Ой, сейчас музыкальную школу вам покажу. О, смотрите, какая обделана. Я здесь учился. Год. Целый отучился. Я, кстати, у директора учился. А, на баяне. Ну и что-то наиграть смогу. Даже. Я на домбре. На домбре? Да, домбре. Не знаю, мне всегда тянуло к пианино, но я понимал, что я никогда не научусь. Я еще, кстати, на ложках умею играть. Ну, по крайней мере, держать еще не разучился, думаю. Начинает дудка или как? Не, ну у меня бабушка с дедушкой ходили в хор здесь. Вот. А там была, ну, типа на подпевках, я не знаю, как это, лошкари. Мелкие мы ребята были. Вот. Лет, наверное, ну, по 10, может, нам было, там чуть больше, чуть меньше. Вот, и мы играли. У нас такие каблуки, помню, одевали. Такие сапоги, вот как они называются, такие красные. Да, костюмы какие-то такие русские народные. Почти уже в каждом азиатском видео показываю храм. Ну, нравится мне. Это наш ТЦ. Как он? Магну, точно. Я что-то магнит хотел назвать. Вот видите, здесь тучи, а тут, грубо говоря, уже просветление, голубое небо. Мы погода. За кофе. Короче, Ленка хочет кофейку, где мы брали на 9 мая. Не, давай сначала в МФЦ сходим. Ну вот, сначала давай дело сделаем. Да, потому что они в 3 закрываются. И может, наконец-то мы шавуху сожрем уже, блядь. Потому что который раз прихожу, нет шавухи. У нас такое было лето в прошлом. Мы целую неделю ездили. Вот на протяжении каждый день. В течение недели не было шавухи, я помню. Поменялись местами. Потому что я правша, мне неудобно снимать с левой стороны. Анька работает моя. Посмотреть на ее ебальник сходить. Да, работала Анька. Его или он меня? Тут наоборот, да. Одноклассница, подруга. Анька. С горшка вместе. Ты же ему сказал, Петровым перезвонил. Ну и что? Какого хрена он мне отвечает? Ну может, он занят. Он же на работе. И что? Человек занят, работает. Вот у нас есть, кстати, такая привычка, что неважно, чем мы заняты, мы на звонки всегда отвечаем. Ну не знаю, и мне не всегда. Мы говорим, что типа, ну, перезвони. Вот это друг, а мы-то уже... К друзьям можно как относиться, да? Ой, ветрище какое. Это наша бывшая администрация Озерская. Но сколько мы уже год, наверное, да, принадлежим? Коломне. Больше уже. Больше? Я почему-то кажется, что уже года два точно. Может и год, может я что-то. Все равно кто-то работает еще.
Это по защите прав потребителей на третьем этаже работает, знаете, Сережа у меня ходил. Молодежка здесь теперь. Молодежка, да. Союз молодежи. Да, там Димка работает. Тут раньше Сбербанк был, кстати. Ой, центральный. Какие-то времена-то были, да? Ну сколько лет? 5 его, наверное, тут нет, да, уже? Да больше, ты чего? Вид красивый, кстати. Ну он да. Разгоняй тучи в озерах. Ну вот и все, ну вот и все. Сделал я себе снил снова. Ленка тоже все дела сделала. А, и начинает моросить. Я просто свой снилс потерял в Турции еще в 2020 году осенью. Собирался, что-то там, какие-то документы, все проверял, и оказывается, я оставил, наверное, на кровати. Но это здесь, вот там его не было. Дождик пошел какой-то. Вообще такая странная погода. Все так меняется. Ну и вот, а он нигде особенно не нужен, так только номер указываешь и все. Вот. А вчера мне для Яндекс.Дзен надо было, чтобы подключить там монетизацию, заявку. Можно мне уже отправлять. Вот. Нужно отправить это. Документ. А у меня нету его на руках. Просто номер не принимают, загрузить файл нельзя. Только сфотографировать. Вот сейчас заодно восстановил. Не просто так сходил. Не зря, да. Все по делам, все сделали. Очень быстро сделали, прям 15-20 минут я подождал. Заявка на почту электронную пришла одобрена. Я распечатал, ну, мне распечатали, и все. Ну, в общей сложности мы час были. Это, кстати, наш завод конфеток. Азера, азерский сувенир. Кто не знал, это, да, в нашем городе производят. И идешь, и на весь центр города запах конфет. Какой-то такой, знаете, с орехами, шоколад, сникерсы, типа, офигенно. В детстве у меня мама тут тоже работала, но пахло коровкой конфетами. А у нас тут есть собственный магазин сбоку, где можно купить, так сказать, по себестоимости, что ли. Ну, в общем, дешевле, чем в розницах. И там побольше ассортимент. Ленка пошла в миксточку. Хочет блины с жульеном. Внутри начинка, как жульен. Вот, а я сейчас пойду все-таки за шаурмой. Потому что я как приехал, уже месяц прошел, а я все никак не съем. Вон там, на той стороне. Вот там он находится. Поэтому... Нету? Кто-то глупый. Кто глупый? Я говорю, есть эти блины вообще? Именно сейчас нету. Я говорю, вообще не именно вот сегодня, в этот день. Хоть какие-то есть, да? Я вижу, что их на витрине нет. Я вообще как бы спрашиваю. Не закрыли ли производство? Ну, бывает, а почем не спросил? Ну, тогда они были по 45 рублей штучка. Ну, это нормально, я в Сочи по... А сейчас они, небось, по-любому рублей по 60. Ну, я вот в Сочи с мясом по 75, что ли, или по 70 брал. Ну, офигенные блины. Блин, я давно не делал блины, надо делать. У меня фарш есть. Все, я сегодня блины делать Дима, буду. Блядь. Тёма, мы идем к себе. Все время ко мне напрашивать, только пожрать, между прочим, по да другим потому поводам. Что ты меня ни разу не угощал, ты мне все рассказываешь, так аппетитно. Вообще-то вы ко мне на блины приходили. А однажды это я приготовил. Было давно и неправда. Я приготовил и сырники, и блины. Лена еще была беременна. А они собирались из-за своей лени, они не пошли ко мне вечером. Я это помню. Это было давно и неправда. Это была правда, но давно. Ну, не так уж давно, это было январь, февраль, я не помню. Вот это вот. Это неправда. Правда, правда. Да. Вы поленились. 200 рублей, между прочим, шалуха. Ну, здесь вкусно делают. Лепешки есть. Тандырные. Все, дождался, взял шаверму, смотрите. Сейчас проверю качество, такая же или нет. А то за 200-ки-то. Что-то я разучился снимать, Лен. Разучился снимать. Давай я тебе сниму. Знаешь почему? Второй раз лоханулся и на запись не нажал. Ну, как говорится, ну, это судьба. Хоть расскажи, что там в ней. Почему она так вкусная?
Ну, капуста, соус вкусный, картошечка по-деревенски шашлык, или фри. Да. А то, кстати, просто шашлык, да, а не мясо. Морковка по-корейски. Картошечка. Я уже сказал. Да? Угу. Помидорчик туда. Ничего такая. У тебя знакомых это парикмахеров нет, кто хорошо стрижет и красит? Крестная. А кого, женщин, да? Меня. Ага. Хочу подстричься. Я почитаю, спрошу, конечно, я врача буду. Ну, либо попозже. Вообще просто узнать, как это, что, сколько стоит. Мне просто осветлить их, чтобы осветлили правильно, а не как-то. Осветление дорого стоит. Профессионально, хорошей краской. Ну, я готова за это заплатить, лишь бы не испортить. Лишь бы не отвалились, да? Потому что в прошлый раз я их... В общем, я решил еще поесть. Хот-дог взял. Сейчас покажу, какой. Ну, что-то какая-то она, знаешь, маленькая. Ну, а что, я только позавтракал в 9 утра, и все. Вот такой вот. Приятного вам аппетита. Ага, спасибо. Пригодитесь. Это ваше, это наше. Ладно. Я прям чувствую, что он ни о чем. Как вам? Скоро мы тоже. Мне не очень. Хуйня. Редкостная. Ужасная. Булка сухая. У нас позапрошлого года. Не берите здесь ничего. 100 рублей. Не. Я же все понимаю, но... Чего, блядь? Обосрал всех и все. Ну, я ей прям сказал, говно. Ну, хот-дог говно был. 100 рублей на ветер. Просто не везет. Да, конечно. Это просто им не везет. Это, а куда мы? Детский мир? Детский мир. Что тебе надо было-то? Все подряд? У тебя кофе сейчас вот открылось? Смотрите, какая безалаберная. Жуть. Я видел, что на эти, на японские какие-то 30% скидка. Вот, когда у вас дети, самый главный гемор — это памперсы, мне кажется. Тем более с нынешними ценами. Мириес, вот, да, вот такие я видел. Это же японские, да, памперсы? Ребят используют именно памперс фирму. Это большие для них еще. Что только не придумают. Пена, слайм. Для ванны. А, она, наверное, тянется, а потом в воде ее можно растворять. Господи. А это что за игрушки для детей, блин? Ну что? Размер вообще. Во-первых, нету... 62-40. Большой еще. Ты что? Я 56-й смотрю на большой. Сейчас покажу. Большой. Ну, смотрите, 50-й. Маленький? Маленький все такой милый, да? Ага. 30 рублей. Ну, это на бегемота. Ну, 80-й, полтора года. В общем, все, вышли мы из этого, из магазинов. Дождик, да, немножко начался. Ну ничего, ничего. Все, сейчас будем отправляться домой. Дойдем или доедем, не знаю, по погоде будем сейчас смотреть. Пока, пальцы вверх.